археология, на мой взгляд, очень интересная наука и вообще профессия, в общем, потому что она связана с изучением, то есть надо думать, надо анализировать, нужно работать не только там за компьютером в офисе, но и быть способным проводить какое-то время там, в поле, следить за бурением, изучать. То есть это разноплановая специальность, и именно этим она мне, наверное, больше нравится. На данном руднике работают 10 геологов, 4 из которых рудничные геологи, которые постоянно находятся в карьере. Это, как можно сказать, полевые геологи. Uh-huh. Они постоянно следят за рудой в карьере, за движением, направлением ее. Uh-huh. Постоянно мониторят, очень тесно взаимодействуют с горняками, с операторами экскаваторов. Также есть 2 участковых геологов, которые занимаются картированием бортов карьера и документацией разведочных скважин. Принципиально работа не очень отличается, что в карьере, что и в шахте необходимо вести эксплуатационные работы и вести учет руды. Современный геолог должен хорошо разбираться в новых технологиях, ну и обязательно, конечно же, знать основы геологии. Работа современного геолога вплотную связана там с новым оборудованием, с программами. То есть даже геолог в поле, он уже занимается документацией керна, или вот в керноскладе мы сейчас находимся, он уже документирует керн не вручную, а забивает это уже непосредственно в компьютер. То есть это все это уже в цифровом виде является частью базы данных. Мы также используем планшеты специальные, тоже для избежания ручного ввода. Это как в супермаркете получается. Мы намечаем пробы с штрих-кодами в поле, наши пробщики опробуют, намечают, заклеивают эту этикетку и далее везут пробы в лабораторию. В лаборатории пробы принимаются с помощью этого инфракрасного сканера. Это позволяет нам избежать ошибок при приемке проб и ускоряет этот процесс. Наш рудник, он отличается современными технологиями и большими объемами добычи. Ну и, соответственно, информации. Нам, геологам, приходится получать за день где-то до 300 проб. То есть их нужно эффективно обрабатывать, эффективно получать и избегать ошибок. Современный геолог, как я считаю, должен быть очень грамотным во всех аспектах, иметь профессиональные знания, то есть иметь теоретическую базу и профессиональные навыки проведения полевых работ. А также в современной геологии немаловажно владеть компьютерными программами для 3D-моделирования. Нужно постоянно учиться, потому что технологии не стоят на месте. Нужно постоянно развивать свои знания. И самое главное, я бы хотел посоветовать им изучать английский язык, потому что сейчас весь мир делится своими знаниями именно на этом языке.